Более полусотни автомобилей арестовано, более 30 изъято и под стражу помещены 13 должников. Таковы итоги совместной операции ГИБДД и службы судебных приставов, которая проходила в регионе с 19 декабря. Их озвучили на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Цель операции – заставить должников оплатить счета, в том числе штрафы за нарушение правил дорожного движения, долги по коммунальным услугам и алименты. Всего за 11 месяцев этого года административную ответственность наложили почти на 13 тысяч белгородцев, что на 47% больше, чем за прошлый год. Таких результатов удалось достичь, в том числе за счет введения мобильных экипажей, которые движутся в потоке машин и выявляют нарушителей и должников. Белгородцам напоминают, чем дольше вы оттягиваете уплату, тем больше в конечном итоге заплатите. Первоначальный штраф увеличится уже в четыре раза, если судом принимается решение об административном наказании. Ну вот поэтому э, невыгодно, просто невыгодно не уплачивать свое время на штраф. Становится. Успейте погасить свои долги заранее, ведь чтобы информация поступила в систему, необходимо время, и ваш выезд за рубеж может оказаться под угрозой. Узнать о своих долгах можно на сайте службы судебных приставов в банке данных исполнительных производств.